Всем привет, дорогие друзья! С вами Роман Джаки, и в этом видео я подготовил для вас что-то очень интересное, что-то очень крутое, классное, что случилось в нашей жизни, да, после свадьбы. И как я вам и говорил, что будет поснимать для вас еще лайв-контента, вот, пожалуйста, получайте. Это переезд в новый город. И видео получилось достаточно-таки интересное, насыщенное, как я считаю. Поэтому не забудь подписаться на канал, а также поставь лукас. И также приятного просмотра, отличного тебе настроения. Скоро будет выходить много всяких различных классных видосов. Вот, поэтому следи, прожимай колокольчик. Ну а теперь погнали смотреть. Чё, куда едем? Магадан. Целый автобус только на двоих. Знаете, друзья, короче, переезд получилась такая интересная штука, непростая. То есть тебе, во-первых, нужно, как в нашем случае, мы до этого, значит, в одном городе снимали квартиру, и теперь мы будем снимать квартиру в другом городе. И в чем сложность, собственно, процесс переезда, да, вот этого из одного города съемной квартиры в другой? То есть, во-первых, нужно было примерно рассчитать, когда, чего, куда, кого, потому что надо было за месяц примерно предупредить арендодательницу из одного города, потом найти где-то же квартиру еще и в другом городе. Да, сейчас мы переехали из Новокузнецка в Новосибирск, и то есть здесь у тебя идет время, рамки, в которые ты, так сказать, себя вгоняешь. Конечно же, можно заранее там что-то подузнаться. Мы подузнались, и за счет этого мы квартиру нашли буквально за один день. И это просто чудо волшебное. Я не знаю, как так у нас получилось. То есть мы приехали в Новосибирск, сняли хостел, там целый вечер пообзванивали. Даже в первый же день успели сходить по нескольким квартирам. Квартиры, на самом деле, много вариантов пересмотрели. Но вот, и нашли именно этот, и очень классный вариант, это уже на следующий день через, конечно же, агентство, риэлторское агентство, вот, помогли нам найти, связаться с собственником, пришли сюда в первый же день, так сказать, пришли, посмотрели, потом уже, когда связались с собственником на второй день, сюда пришли, пообщались, все посмотрели, все как бы здорово, отлично. Конечно, есть небольшие косячки, там где-то чего-то требует небольшого ремонта, то есть все это можно сделать, вот. И смотрите дальше. Вот пока мы едем, Ленинск-Кузнецкий-Новосибирск. Интернета нет, музыки нет, ничего нет, но вы держитесь. Ошибка при воспроизведении написана. Вот, весело, я не могу, мне интересно, где здесь микрофон и записывается ли звук вообще отсюда или с телефона, что? Вот микрофон. Ну, ясно. Хрен узнает, записывается, не записывается. Грубо говоря, начало поездки в Новосибирск в поисках квартиры. Едем на люксе, короче, вообще все четко здесь. Значит, автобус чисто для двоих сняли. Целый автобус только для двоих. Вот, смотрите. Никого, кроме нас. Да, можем себе позволить. На автобусе съездить вдвою. Вот, на котором сколько? 40 с чем-то мест. Ну ладно, водитель. Личный водитель. Автобус. Такие дела. Ну и нормально. За окном ливень должен быть. We'll be right back.
России за 5 лет. На удивление. Еще пока не приехали, но в туалет сходили. А, меня же не слышно будет, ё-мо. Я и забыл. Почему? Ну, потому что надо близко говорить и громко говорить. Мне хорошо слышно, хотя я без микрофона говорю, без дополнительного. Ну, у тебя телефон. О, красиво, да? Красиво. Что это такое? Ну, здесь кафешка. Ой, это очень красивое здание. Если кто знает, что это, напишите, пожалуйста. Хостел Фанкей. Вот. Зеркало. Кроваточка. Ну и все. В принципе, больше ничего не надо. Да, свет есть, все дела. Все работает, все включается. Гуляем почти по набережной, которая там находится. Ну, мы по мосту. До набережной еще не дошли, потом погуляем. Блин, а ничего и не видно. А вот так видно. Вот так. Речной вокзал, мать. Вообще такая приколюха в том, что когда ты приезжаешь из более мелкого города, такой... Ну, вроде город, но он мелкий. И приезжаешь в, грубо говоря, третью столицу, да, России, в Новосибирск. И такой выходишь и балдеешь. Типа, здесь все по-другому. Здесь даже, блин, светофоры, как у меня жена сказала, светофоры пиликают по-другому. Здесь асфальт мягкий. Короче, ну, прям эмоции в первый же день просто на тебя столько вываливается, что ты приходишь такой на кровать ложишься и все, да. Типа, чё, кове? Чё, куда едем? Магадан. Почти. Через Новокузнецк? Ну? Лёгких дорог не. Да-да. Вон дождь, слякоть, все дела. Аман! Чтобы вы понимали, я за рулем не был, наверное, лет 6, и это просто такой трындец. Ну, то есть, как получилось, я ранее как бы обучался, отучился на права, но не сдал, потому что ушел в армию, после армейки пришел уже, ну, как-то вообще не до этого было, вообще забил на это все дело. Вот, и тут мне, значит, баба говорит, ну, говорит, машину на, покатайся. Ну, как покатайся, в смысле, едем. Загружаться, то есть уже за второй партией вещей все вещи привозили благодаря, так сказать, нашим родителям, которые нам помогли в плане перевозки вещей. То есть приехали на машинах, загрузили вещи, один день съездили, второй день съездили. Короче, в общем, мы промотали, наверное, где-то 2000 км. Это трындец, нон-стопом практически, туда-сюда, туда-сюда. Вот, вещей получилось, конечно, пипец как много.
Ну, наверное, могло бы быть и больше, потому что мы до хрена чего выкинули, ну, потому что посчитали, что это все хлам, это нафиг не надо везти, и вообще мы этим, в принципе, не пользуемся, и просто так стоит хламиться, и нафиг оно не нужно. Вот, тем не менее, получилось дофигища. Насчет прав. Хочу права, хочу машину. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Все битком забито, просто трындец. Опа. Ну что ж, дорогие друзья, вот наконец-то сняли, значит, квартиру. Вот так она, значит, выглядит. Здесь в прихожей стоит шкафчик. А здесь дальше идет у нас ванная, туалет. Совмещенный, в общем, санузел, в котором стоит душевая, значит, раковина, туалет, сранник, человек, у кого там это постиральник, да? Вот, жопомывальник. Вот так. Окей, идем дальше. Столовая. Столовая. Заходим и, значит, стол замечательный. Короче, холодосник. Сейчас он немножко проветривается, потому что там запашок немножко такой, знаете, ну, короче, был чуть-чуть запашок, не очень приятный. Ну, значит, плиточка электро, ну, вот такая с духовочкой, все дела, все замечательно, все здорово. Интересная суперская вентиляционная, вытяжное, точнее, да, так скажем, решение, о чем оно очень круто, тем, что оно не подключено. В общем, вот такая вот история. Ну, оно, в принципе, особо и не горит. Ну, а так можно подключить, если туда добавить гофрейм. А вот, значит, здесь там посуда, все дела, шкафы. Все очень так стильненько, удобненько. А вот, по кайфу. Да, значит, что смотреть, ну, как у всех, как у людей. Идем дальше. Кухня есть кухня. Короче, здесь, значит, поворачиваем налево. И здесь, понимаешь, у нас комната. Комната, в которой, я не знаю, можно просто тупо завалиться и поспать. С кондером, с картинкой, со шкафом. Все вот так вот. Идем дальше в самую большую комнату в этом доме. И это, конечно же, ну, во всех домах. Это зал, да? Вот. Заходим сюда и видим, что? Видим... Правильно, Кристину. Ну, в общем, здесь диван такой, потому что вот такой вот, короче, вещи собирать, собираловка, где, не знаю, где там будут вещи там, здесь телевизор, еще что-нибудь такое. Ну, по ходу дела решится. Так, там он, правдучки от интернета. Вот, идем дальше. Здесь у нас уже был телек какой-то. Рубин. Мы его еще не подключали. Ну, точнее, подключали, он работает как бы. Но это, антенны-то никакой нет, как такового. Вот, вот такие дела, значит. Здесь, значит, такая вот прикольная штука. Вот так вот включаешь. Вот так вот. Ну и далее. Вот так вот. Вот так вот выключаешь. Все. Красиво, интересно, прикольно. Идем дальше. Смотри. Просто. Пушка огонь. Знаешь, что такое это? Жбунг. Большой, да. Вообще, может, все есть. Осталось только сюда, конечно же, привезти наши вещи. Поставить здесь там стул, компьютер, все дела. И все. И будет очень круто и замечательно. Итак, вот, короче, первые вещи, да, здесь вот хреново туча вещей, здесь обувь, здесь квадрокоптер, так, здесь еще и ящики, коробки, ну, в смысле, коробки всякие, со всякими мелочами, с одеждой, там, с, ну, в общем, с вещами. Вот, столы привезли, еще всякую мелочь, здесь стоит телевизор, и еще много-много всего. Ну, а вот тут наша фоточка свадебная, вот такая, ладно, да.
Ну и, собственно, после этого мы, конечно же, занялись уборкой арсеновских вещей, чего кого, чего куда. Вот здесь сейчас забираю, значит, гомб. Ставил справа в одно место, потом переставил в другое вместе со столом, потом понял, что стол очень маленький и что мне нужен стол намного побольше. К сожалению, побольше стола не было, выбрал немножко другой стол. У нас два стола, ну, два стола мы привозили, да, то есть вот я его сперва переставлял сюда, потом, ну, на данный момент у меня все по-другому, короче. Если вам будет смотреть полный обзор вообще, да, по хате, то, конечно же, запилю, так что пишите в комментариях обязательно об этом. А если вдруг интересно, то без проблем, но проблем сделаем вообще все чики-пуки. Кстати, скоро очень много интересных видосов будет по классным гаджетам, которые я приобрел для компа. Вот, то есть, ну, собственно, для игр там, туда-сюда. Вот, в принципе, ими сейчас пользуюсь, очень классно, очень довольствуюсь этим. Вот, и обязательно по ним сделаю обзор, так что жмакай колокольчик, чтобы не пропустить эти видосы. Вот и все. А также не забудь подписаться на канал и буду благодарен, если ты поставишь просто лайк под этим видео. Вот. Ну и вот, значит, мы убирались и до сих пор еще убираемся, потому что здесь просто, ну, как бы две комнаты, вещей куча. И за 5 дней, ну, каких за 5 дней? Живем мы здесь буквально 2 дня, да, где-то примерно плюс-минус. Вот. Короче, еще убираться, все вот это вымывать, расставлять это. Ну, трешак. Джонни, как дела? Каев, да? Ладно, мне нравится деловая морда на диване. Ди? Как видите, кот уже освоился, приехал, короче, и с котом тоже весело. Они, ну, как говорят кошки, коты не любят же переезды, то есть они привыкли в одном доме находиться, да. И, кстати говоря, найти квартиру, где приняли бы с животными, это вообще пипец сложно оказывается. Но не суть, идем дальше. Вот, значит, не любят. Наш ни в какую не хотел уходить, просто прятался в диване, усыпался, засыпался и говорит, не надо меня никуда везти. Все-таки вытащили его, и причем нормально, он, то есть всю дорогу молчал, правда не ел, не пил, ну и что, приехали, потом уже на следующий день, так сказать, оклемался. Очень быстро, то есть ему нормально все было, он даже на удивление, хотя кот на самом деле тот еще буяка, так скажем. Вот. Хватит лезать руку. Что ж, на этом все. И обязательно в комментариях пишите, в какие игрушки будем играть. Вот. И потому что, ну, скоро видос по игрушкам буду. Я уже там некоторый материал накидал такой там. Кстати, не только по игрушкам. Скоро будет еще очень классные вещи. И, в общем, следите. Не забудьте поставить колокольчик. По-любому будет интересно, по-любому будет полезно. Хоть немного, но точно 100% будет полезно. Вот. И на этом все. Так что всем отличного настроения. Всем пока-пока. С вами был Роман Жакей. И до скорых встреч.